начала, если можно, прокомментируй матч. Это у меня нет комментариев, вы же сами все видели, как бы хотелось перед болельщиками извиниться за такую игру. Будем исправляться. А в первом и во втором периоде выглядели совсем уж блекло, в третьем перестроились или что-то изменили в игре? Ну, может, они где-то уже там в какие-то моменты там перестали так активно играть, как первый период там. Ну и мы как бы немножко в игру вкатились, поэтому, может, так казалось. А статус фаворита в этом матче УСКА, может быть, это сыграло какой-то роль? Да нет, мы настраивались, наоборот, двойной настрой был. Просто там они сколько там, 4 гола там в большинстве забили, как бы, ну, у них мастеров много, они используют эти моменты. По игре в равных составах нам не удавалось до этого забить долгое время. Сегодня, наконец, удалось. После этого прорвет команда? Ну, надеюсь, что на следующую игру прорвет больше.